Сьогодні у Гомелі пройшла обласная науково-практична конференція «Гомельщина пам'ятає». Удел у ёй прийняли представники органов улады, правоохранительных структур, громадских организаций, а так само науковцы. Конференцию наведал и наш корреспондент Олег Сенцеров. Местом проведения конференции обрали областную библиотеку. Эта установа не первый раз принимает такие мероприятия. Менавіта до этой конференции сегодня тут открыли несколько выстав, у тем лику достаточно редких книг. Выстава непераможная – это книги с фонда Гомельской областной библиотеки. Все выдания, включно периоду Великой Чины. Тогда воевали не только солдаты, воевали и книги. По великим рахунку, это идеология. Житие протягивается, и мы обязательно переможем. Экспозиция достаточно масштабная. Тут и поведомление Советского информбюро, и каталоги военных мастаков, и академичные выдания. У областной библиотеки кажут, что за все дымкнулись предоставить читачам максимум правдивой информации. По великим рахунку, такая мета и областной науково-практичной конференции – еще раз перегорнуть сторонки военной истории. Тем больше, что сегодня заявляются новые возможности для ее обновления, у темнику техничные. У приватности, во управлении Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области заявились возможности доследования документов, которые ранее лечились страченными для нащадков. Мы проводим грамотную квалифицированную очистку документов, вскрытие каких-то капсул, пеналов, в которых они находятся, для того, чтобы не допустить их повреждения либо разрушения. Исследование этих документов в невидимых зонах спектра, то есть какие-то невидимые угасшие записи, тексты. Мы их визуализируем, они становятся видны, читаемы. Науково-практичная конференция «Гомельщина памятая» проводится по инициативе областной прокуратуры. Военной тематикой она занимается постоянно. Два месяца тому сотрудники прокуратуры провели мониторинг месту похования червоноармейцев, партизан и мирных жихаров, которые загинули при час Великой Отчины. По выниках проверок были выписаны подписания. Зараз все выявленные недохопы ликвидованы. Непосредственно на конференции прокурор Гомельской области Виктор Морозов презентует книгу, которую написал опошний генеральный прокурор Советского Союза Александр Сухаров. Осенью 43-го он принимал удел у форсирования Днепра Каляроева. Об этом так само рассказывается в выдании. Тема Великой Отчины для правоохранительных структур Гомельской области постоянно у поля зроку. Проведенная у Гомеля областная науково-практичная конференция и еще одно мероприятие метанакированной работы. Сегодня правоохранительные органы взяли под опеку вот такие памятные места. Сегодня над Азаревским лагерем и тот мемориал, который есть, ухаживают сегодня сотрудники управления Следственного комитета. Над партизанской криничкой сегодня взяли шефство эксперты наши. И они благоустраивают, они там проводят свои мероприятия, связанные с посвящением профессию, с награждениями и так далее. Прокуратура области взяла под опеку памятник в Жлобинском районе одному из партизанских отрядов. Управление Комитета государственной безопасности взяло под опеку места боевой славы спецотряда, который действовал в районе Чечерского района. И такую же работу проводит Управление внутренних дел. Олег Сенцеров, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».